никому не двигаться, это шоу «Однажды в России». Быстро положи пульт на пол и толкни его ногой от себя. Медленно опускай свою попу на диван и смотри мне без глупостей. Руки за голову, ногу на ногу, ну или как там тебе удобнее. Вот теперь ты готов получать удовольствие. Мы начинаем шоу «Однажды в России». Новый сезон! Ну все, нам скоро точно конец. Это все, что осталось. Всем привет. Сегодня 17 февраля 2045 года. 307-й день эпидемии. 10 месяцев назад, когда все люди спокойно спали в своих кроватках, внезапно, без объявления, эта гребаная фармацевтическая компания «Зонд» выпустила новый анальгин с улучшенным действием. Оказалось, что у него есть побочные эффекты. У половины людей началась очень сильная диарея. Вторая половина превратилась в зомби. Меня пронесло. Вот, познакомьтесь, это мой друг Джонни. Hello! К сожалению, Джон плохо говорит по-русски. Да, Джон? Барабан. Ладно, хороший парень. Еще с нами в этом бункере живет единственная женщина во всем мире, которая осталась после апокалипсиса. Как вы понимаете, возрождать человечество мне придется именно с ней. Кэтрин, познакомься. Всем приветики! Я Кэтрин, подписывайтесь на мой инстаграм и ставьте лайки, будут сюрпризики! У-ху! Как вы понимаете, возрожденное человечество будет очень тупым. Да, Джонни? Сапоги! Вот такая вот компания. Наш эфир продолжит мод с песней «Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае». Слышь, а ты что, про меня ничего не сказал? Да? А может быть, потому что ты зомби? Может быть, потому что ты зомби, а? Гребаный ходячий мертвец, пожирающий мозги. Да сколько раз тебе говорить не зомби, а человек, ты понимаешь или нет? Что ты мне врешь, а? Не может человек быть с таким лицом. Не может быть, понимаешь ты? У тебя такой вид, как будто тебя зомби покусали. В общем так, мы поймали одного из них и проводим над ним эксперименты, чтобы понять, как их убивать. Да какие эксперименты? Они просто палками... Так раз, брат! Я человек, сколько раз тебе говорить. Я Витя, понимаешь, Витя. О, Витя! А я Кэтрин. Привет, давай сфоткаемся. Не подходи к нему, не подходи к нему, он укусит тебя. Ты что, дура? Так, признайся честно, пока мы все спали, ты сожрал ее мозги? Где ее мозги, я тебя спрашиваю? Не может быть человек настолько тупым, даже Джонни? Кимоно. С кем я живу, ладно? В общем так, спасите меня быстрее, я один так долго не выдержу, пожалуйста. Блин, это пипец, это просто пипец, там капец, что вообще пипец. Что случилось? Да мне нечего выкладывать в инстаграм, у нас еда закончилась. Что мне теперь делать? А я говорил вам, не надо ее есть, она закончится. Закрой свой зомбический рот, понял? Это ты виноват, это ты сожрал нашу еду. Хотя зомбаки должны жрать мозги, а не сайру в подсолнечном масле. Идите лучше за продуктами, быстрее! Черт, он действительно впервые в жизни прав. Ладно, давайте отправимся в магазин. Но не так, как в прошлый раз, когда я принес целый ящик консерв, а кто-то принес 5 мини-юбок. Ты что, не знаешь, кто? Это я была. Серьезно, ты? Конечно, я же девочка, я ношу мини-юбки. Черт подери, а это думал, что я? Ты думал, что это я? Ну ты же не девочка. Серьезно, я не девочка? Ну, нет, я девочка, а ты не девочка. Давай буду я девочкой тоже, нет? Ну так не бывает, я Закрой девочка. Закрой свой тупой рот. Джонни, пойдешь со мной в магазин? Нет. Вы слышали? Вы слышали? Он действительно начал меня понимать. Ничего себе, сколько лет прошло, Джонни. Паровоз. Ну, ладно. Черт подери, я пойду в магазин с тупицей. О, я тоже хочу. Хорошо. Я и тупица пойдем в магазин. У-ху! Значит так, Джонни, никому не открывать дверь. Не доверяй ему, понятно? Ты остаешься за старшего. Мизинец. Храни тебя Бог. Войковская. Чуть не забыл. Джонни. Слышишь, я правда человек, я не зомби. Слушай, а может быть ты американец? Давай я с тобой по-американски поговорю, окей? Hello, my name is Vitya. I'm not a zombie. Help me. Open the lock, please, open the lock.
Чикенбургер. Я так и знал, что дело не в языке, блин. Ну все, теперь нам точно конец. Здесь осталось на 4 раза. Подожди. Черт подери. А где Кэтрин? Кэтрин? Кэтрин осталась там. Ее схватили зомби? Нет, ей просто с ними интересно. Она им рассказывает какой-то проект в перископе. Подожди, а как они вас нашли, эти зомби? Тебе рассказать? Давай. Все по порядку? Давай. В общем, смотри, дело было так. Когда мы открыли дверь, там стояли зомби. Понятно. Откройте! Это она. Приветики! Привет. На самом деле, вы зря сидите тут вообще. Там нет никаких зомби. Там просто много мертвых, которые кусают друг друга и жрут мозги всю. Так, послушай меня, Кэтрин, послушай меня. Они кусали тебя? Ну, конечно, я же говорю, они кусаются, да. И что, и где они сейчас? Сейчас они регистрируются в Инстаграм. Подождите, я, кажется, все понял. Я, кажется, все понял. Получается, что инфекция ее тупости намного сильнее, чем инфекция этих зомби. И теперь они сейчас друг друга перекусают и станут все тупицами. А я, ха-ха-ха-ха, я стану повелителем всех тупиц. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что ты творишь? Отпусти! Черт подери! Теперь я сейчас заражусь тупостью. А нет, ни хрена не действует. Ха-ха. Нельзя терять ни минуты. Нужно срочно создать бьюти-блог и рассказывать всем в интернете, как краситься так, чтобы казался узким нос. Черт подери! Зайдет. Да кто зайдет? Звездные войны уже полгода идут. Их, по-моему, даже по Первому каналу показывали. Никто не зайдет, я тебе говорю. Да не расстегивается там. А где расстегивается? Тимур, да в любой момент кто-то может зайти. Да кто зайдет 4:30 утра? На этот сеанс день премьеры даже никто не приходил. Никто не зайдет, я тебе говорю. Ну, давай все-таки в другом месте. Где? Дома родители, ты их выгнать не можешь. В гостинице ты не хочешь, потому что чувствуешь себя, видите ли, проституткой. Да. Катя, я не понял, ты хочешь или не хочешь? Да я-то хочу. Ох! Скажи еще раз, а? Да хочу. Я тебе обещаю, сегодня сюда никто не зайдет. Ты каждый раз говоришь? Нет, что-то... я тебе обещаю, сейчас... Так, иди вашу налево, а! А ну затушили эту мусорку, вы что подожгли, накурили тут? Давайте билеты ваши. Ты можешь взять билеты наши, но не можешь взять того, чего нет у нас. Удар в голову с ноги сейчас прилетит тебе. Придется потерпеть. Ибо потом всю жизнь под себя придется ходить лишь. Билет быстро свой. Ты чё, придурок, так дышишь? Руки грею. Холодно на улице в пластмассовых перчатках. Потому что ты идиот. Я Дарт Вейдер. Ага. Нет. Ты идиот. А в прошлом я Энакин Скайуокер. Ты в прошлом будущий идиот. Так. С ней невозможно спорить. Значит так. Аргументы она пропускает ушей мимо. Все, заткнись. Так, во-первых, сними шапку. Во-вторых, вот смотрите, как здесь все чистенько. Видите? Хоть одну попкорину увижу, вот так в ряд все ваши 64 зуба выложу. Понятно? Да пошел ты. Это что такое?
Вы что, пылесос в кинотеатр приперли? Да это не пылесос, это R2-D2. Он прятался от империи на помойке в зеленом баке, пока мы не спасли его. Это пылесос! И быстро выбрасывайте его! Права ты не имеешь! У R2-D2 билет есть! Вы что, пылесосу билет купили? Да. Вы тупее еще тех придурков, которые на черепашек-ниндзя с крысой в кимоно приходили. Это мы и были. А, тогда все. Пазл сошелся. Проходите, деградируйте. Да. Да, Тимур, ну тут люди, ты вообще с ума сошел. Да какие это люди? Да фанатики, не видишь? Это их тела здесь находятся, а сами они по ту сторону экрана. Хотя бы пусть уйдут. Если они уйдут, все будет? Да. Ох, молодые люди, товарищи, знакомые. Уроды! Слышь? Мастер Йода! Слушаю тебя внимательно, я. Ребята, я извиняюсь, но вы же по-любому смотрели этот фильм, да, уже? Не могли бы вы уйти, там, я не знаю... Что он сказал? Мастер Йода, ты слышал, что он сказал? Мы что, похожи на тех, кто может уйти со Звездных войн, а? Слышь, ты что? А ты что? Ты что, Йода? Йода, не чё? Надо! Ох, Свой гнев держи внутри себя. Сейчас ты владыка ситх, а не дитя гор. Да не, ну он просто всклинил меня. Я с утра специально на работу в этом костюме пошел, чтобы потом на фильм прийти. С утра аптеку Дарт Вейдер охранял. Пришлось двух бабушек откачивать. Просто сказал, пойдите на другой фильм, и все. Мои нервы! Куда мы в таком виде пойдем? На какой фильм? На нас как на дебилов там будут смотреть. Да на вас и здесь как на дебилов смотрят. Вот именно. Так, все, где мой джедайский меч? А чувствую замес близко. А ну, все нормально, я где-то фонарик сейчас в жопу засуну. Да нормально. Это фонарик электрошокер. Магазин на диване надо смотреть. Придурки, ты как? Как ты? Да нормально. Так что... Ты давай иди. Ты точно нормально? Я нормально, сейчас. Я здесь за место начнется. Я тебя там тогда подожду. Тебе это лучше не видеть. Стой! Убери эту палку, Никто не имеет права с войн звездных уходить, не досмотрев их до конца. Да. Короче, Вить, достань! Я тебя прошу! Что вы делаете? Тимур, ты как? Как ты? Мультипаспорт. Так, все. Бигбала-бумба. Он бредит. Кто-нибудь, пожалуйста, вызовите скорую. Тут есть кто-нибудь нормальный? Вашу налево! А! Че вы орете? Че вы мне мешаете в гардеробке по карманам лазь? Это. Сейчас заткнулись и сели, смотрим фильм. Понятно? Вот, вот хоть вы им рот скажите. Рот закрыла они. Свой, сейчас тебе башку в стаканник засуну. Я тут, придурки, звезданутые из-за вас, до 4:30 работаю. Это вам повезло, что я тут работаю. Так мы поубивала к чертовой мать. Сели. Ну как? Да. Смотрим. Понятно? Ну как так? Не пи ко мне. Сейчас-то за что? Я из-за него 3 минуты фильма пропустил. Ко мне. Быстро я тебе сказала, а? Идти твою налево, а? Что все, опять? Сломался компьютер. Говорила, не бери бэушный, возьми новый, а? Все, сломался. Вот что теперь делать, а? Директор зоопарка теперь без компьютера. Молодцы! Просто мышкой пошевелите и все. Я думала, сломался, Саш. Саша, подожди, ну тогда поменяй мне фотографию. На рабочем столе? На компьютере. На каком рабочем столе? Смотри, нигде не ляпни, деревня. Все? Все, давай, иди. А так, мышкой пошевели. Здравствуйте. Здрасте. Я звонил вам, я из фонда защиты диких животных. А я знаю, я вас узнала. А как?
Ну, мы же с вами по скайпу разговаривали. У меня ж компьютер есть. Все. Да. Все. А, ну, вот. Может быть, я тогда заново озвучу свое предложение, да, и, ну, чтобы вы поняли. А, ну, давайте, да. Попробуйте. А, давайте. Дело в том, что нам стало известно, что у вас в зоопарке имеется в наличии, да, красная китайская панда. Да, да, есть такая. А какие претензии? Она у нас живет как принцесса. Вы что? Мы поддерживаем китайские корни, привозим раз в неделю суши ей. Вот. И ставим, значит, фильмы с Джеки Чаном. Все сидим, и панда смотрим, да, сидим все с компьютера, да. Это прекрасно, что она у вас есть. Речь не идет о содержании. Я что хотел? Мы хотим забрать вашу панду, мальчика, и отвезти ее в московский зоопарк. А там ведь есть панда-девочка. И скрести, чтобы они занялись производством панд. Так сказать, напандили. Ну, знаете, я за рождаемость, конечно. Да? Да. Красно. Мне надо единственное, что посоветоваться со сторожем, да? Со сторожем? Ну, у нас зоопарк, штат небольшой, поэтому на каждого человека по 3-4 должности. Но коллектив дружный, сплоченный. Понятно. Саша! Азамата позови! Азамат! Азаматик! Секундочку. Азаматик, познакомься, это Руслан Борисович. Да, очень приятно, я из фонда защиты диких животных. Ага. Чё? Чё? А, Руслан Борисович, я из фонда защиты диких животных. Здрасте. Здрасте. А, дело в том, что мы хотим забрать вашу панду мальчика и отвезти в московский зоопарк, там панда девочка, и мы хотим их скрестить. Да ладно? Да. Да. Это ваша мечта? Да. Да. Это прикольно. Мечта. А у меня, знаете, какая мечта? Знаете, что я хочу? Что? Как ветер петь и над землей лететь. Вот веселый парень. Азамат, пойди принеси пандочку. А? Да. Ольга Николаевна, а? Нет. Что нет? Базара нет! Ай. Иди уже! Вот хохмач, а! Хохмач еще тот. Знаю я таких веселых хохмачей. Они перед тем, как повеселиться, покупают фольгу и бутылку, и потом ржут целыми днями. Я знаете, что тут подумала? Это что ж получается? Вы сейчас у нас панду заберете, так, а к нам и ходить никто не будет. Почему? Ну, потому что на двух воробьев и кошака подкрашенного под енота мало кто придет. А что, у вас что, больше никого нет? Ну, дельфин есть. Ну, вот дельфины, это очень хорошо, на дельфина ходят. Но у нас воды нет. Соответственно, скоро и дельфина не будет. Вот это плохо, да. Где панда? Это она? Да нет, конечно. Блин, слава богу, слава богу. Я думал, знаете что? Я думал, пол панды сожрал. Так, вы можете принести мне панду, а? А может, ежа возьмете, а? Зачем? Вы знаете, что умеет делать? Чё? Какать. Фу! Фу! Тише, компьютер, нуля, ну куда вы так какаете? Фу! Не нужен мне еж, принесите мне красную панду! Ольга Николаевна, принести нашу панду. А он нам что? Да все нормально-то. А, я понял, он солидный мужчина. Вы одинокая женщина, причем уже давно одинокая. Я сейчас ему отдаю нашу красную панду, а он за это с вами здесь. Что вы несете? Что вы несете? Да ну, остановитесь. Санек, помнишь, у нас тигр пропал, а она довольная ходила. Да. Прекращайте! Это что такое? Господи, он шутит. Ничего себе шуточки. Кстати, я тут подумала. Все? Вы все так, там? Прекращайте немедленно. Ага, вы скажите, все или нет? Так, да все, все. Азамат. Так, ну, где панда? Я вам ее не отдам. Как, с какого перепуга? Потому что она не высыпается, у нее вот такие круги под глазами.
так? У всех панд круги под глазами. Тогда вам никто никогда не даст ни одну панду. Они все не высыпаются, им спать надо. Прекратите немедленно. Это что такое, Ольга Николаевна? А. Вы знаете, я уже сомневаюсь, что у вас здесь животные содержатся в хороших условиях. У вас здесь на весь зоопарк воняет наркотиками. Так, Азамат, а что это у нас наркотиками пахнет? Я считаю, ну, мне кажется, что наш крокодил подкуривает плотно. Это ему помогает осознавать, что он никогда не встанет на задние лапы. Николай, ну что за бред это? Я не понимаю. Пойдите, приведите мне панду сюда. Не могу, ее забрали. Куда? В армию. Принесите мне панду немедленно. Панду? Да. На десерт что будете? Так, короче, не надо ничего нести. Я сам пойду и принесу. Вот здесь деньги, вот здесь договор. Пойду и сам заберу эту панду. Потому что я лично сомневаюсь, что он ее кормит листьями от эвкалипта. Да, а как? Своими листьями кормит, которые курит наверняка. Где она? В клетке? Подождите, куда ты ключи от клетки возьмите? Давай сюда. Фу, блин! Фу! Давай с самого начала по порядку, да? Я вернулся домой с работы, а в коридоре уже стояла она. Так, понятно. Что дальше? Ну и дальше она меня как отметелила. Кто она? Армия Пакистана, что ли? Кто тебя может отметелить? Жена. Какая жена? Жена Халка, что ли? Жена Студеникина. Так, Студеникина, ты мне давай здесь прекращай сейчас. Чья жена или что? Кто тебя отметелил? Я же объясняю, меня избила моя жена Леночка. Я не понял, она у тебя что, из этих, что ли? Людей Икс? Нет, она из Балашихи. Да все, Студеникин, ну, там. Нет, правда, меня очень сильно бьет жена, и мне никто не верит. Я уже даже 10 разных заявлений в разные РУВД написал. Так, и что? Ну, и она меня 10 раз как отметелила. Ты что, серьезно, что ли? Вполне серьезно. Вот мне только сегодня с утра швы сняли. А что она сделала? Она наложила швы. В смысле? Ну, значит, дело как было. Я пришел домой, говорю, Лена, твою мать. Так. Сидишь, ничего не делаешь. Взяла бы пуговицу хоть к рубашке пришила. Ну, она и пришила, только не к рубашке, а к губе, к нижней, чтобы у меня пасть застегивалась. Я покончу с собой, правда? Все, успокойся. Я больше не могу. Все. Помогите, пожалуйста. Все, сейчас что-нибудь. Ох! Ты чего, блин? О, по-моему, сухожилие порезал. Ну вот, два пальца не работают. Блин. Да ладно, это фигня. Так, все понятно. Ничего себе. На, давай, пиши заявление. Подожди, это что у тебя? Ты что, себе татуировку хлеб сделал, что ли? А, нет, это я забыл купить хлеб. А Леночка, ну, напомнила. У меня целый список, он. Хорошо. А почему на руках? А, ну это потому что... только не на лице. Да ладно. Да. Здравствуйте. Вы кому? Вот ты где, стукач. Лена. Настучал уже? Миша, стукач. Ты зачем настучал? А как ты меня нашла, Леночка? А я у крыс в подвале спросила, где их главарь? И они тут же тебя сдали. А знаешь почему? Нет. Да потому что все вы крысы. Одинаковые! Да, спокойно! Уберите руки! Это что? Она задушит его! Да не надо! Ну, любовь у них такая! Ну, так любят люди друга! Ну, что теперь? Постель померит! Вы не обращайте внимания! Да пускай они... Миша, встань с полу! Грязный пол, Миша! Леночка, Леночка! Убери руки от него! Ничего с ним не будет! Он привык! Не надо! Не трогайте! Не лезьте! Они сами разберутся! Ну, все! Так, женщина, вы вообще кто такая? Я мама Лена!
Леночки. Если бы не Ольга Васильевна, она бы меня убила давно уже. Лиз, ну... Так, спокойнее, женщина! Леночка, вы что себе позволяете, не а? А ну, успокоились быстро! Вот очки ты ваши, возьмите, сказал? Не ругайтесь, вот так. Успокойся. Вот так. Что? Лена, ты сейчас мне сказал, успокойся? Да, успокойся! Я тебя успокою сейчас! Я тебя успокою! Честное слово. Женщина, откуда у вас пистолет? А вы думаете, как я их дома разнимаю? Вот так и живем. Что-то спать захотелось. Пошлите домой. Леночка, пойдем, доча, домой. Ой. Пошел! Я тебе сейчас заново все кости ломать буду! Пошел! Пошлите. Пошел! Мишенька, пойдем. Помогите. А меня слушаем. Ничего не понимаю. Пожалуйста. Наконец. Что? Да. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, геймеры и геймерихи, я объявляю наш межрайонный ежедневный чемпионат по Game of Tanks открытым! Да начнется битва упорная и беспощадная! Поехали! Полюбуйся, какая красота! Это я про себя. Олег! Да, господин мэр? Да ты охренел, ты уже прям в цвет передо мной бухаешь! Ну ты же мой водитель! Да ладно, кто нас остановит? Вы же мэр! Гаишники! Подержите. Гаишники! Гаишники-то ладно, нас стоп остановит рано или поздно, понимаешь ты или нет? Хорош бухать, ты передо мной уже 8 банок выпил. Да ладно, все, еще 4 и все. Он лучше посмотри, смотри, IT-парк, какой я отгрохал в нашем городе. Вот государство выделило мне деньги, и я потратил их на строительство именно этого IT-парка, понимаешь? Своими собственными деньгами взял и построил. Смотри, вон, молодежь сидит довольная, вон, смотри, здесь они кайфуют, радостные, довольные. Давай их нахрен всех на улицу теперь. Давай, выходим. Подожди, знаешь, что здесь сделаем? Откроем здесь наимощнейший, новейший, инновационный стриптизник. Да. А что, нормально же, стриптизник. Даже название менять не будем. Даже вот просто одну «ти» добавим, и все. Будет «Ай-ти-ти-парк». Или знаешь, как это сделано? Просто «Ай-да-ти-ти-парк» будет. Это шутки юмора. А вот, нет, возьмем просто всю эту молодежь нахрен всю на улицу, и вместе с ними слово вот это «парк» тоже на улицу, и будет у нас «Ай!» Да, Тити! Ай, да, Тити, я люблю! Ладно, все, давай, хорош, молодежь! Эй! Давай, хорош, заканчивай! Слышите, нет? А, вот он, смотри, рубильник сейчас нахрен. Все! Что за фигня? Что такое? Вот что такое. Вы видели, как одним выстрелом нахрен всех вас подбил? Нифига себе, это наш мэр! И водитель! Здрасте! Узнали? Ну, конечно. Ваш предвыборный плакат в центре города висит в стиле ню. Мне нечего скрывать, конечно. В общем, смотрите, у меня к вам молодежь. Молодежь, подожди, нифига себе, а что у тебя такое лицо старое? А, ты посмотри, какое у него старое лицо. Ты что, как будто пенсионера передразниваешь, что ли, а? Ты смотри. Все, обидится он. Да я не на тебя, нет. Реально старое лицо. Давайте, знаешь как, давай я буду называть тебя Анатолий Поликарпович. Почему? Ну как, у тебя идет больше всех, он подходит тебе, смотри. Ладно, смотрите, значит, Анатолий Поликарпович и вы, молодежь. У меня к вам такое предложение. Давайте вы сейчас все встанете и пойдете из этого здания. А, как вам? Мы же сборная города по киберспорту. Ну да. Подождите секунду, давайте разбираться. Вот эта вот фигня называется киберспорт, правильно? Конечно. Да. Ой, блин, а я думал, что вот это бои между роботами.
тем более взялись и пошли. Давай, валите. Никуда мы не уйдем. Вот я так и знал, знаете, вот где компания, где есть пенсионер, вот обязательно начинается вот это вот нытье. Анатолий Поликарпович, ты что, вместе с пенсией еще тебе брошюрку по занудству выдают, что ли? А? Ну что вы на самом деле? Ладно, давайте сначала познакомимся, сблизимся, да, как говорится, и потом пойдете отсюда. Смотрите, тебя как зовут? Какой у вас там ник? А, похотливая кошечка 84. И что это такое еще? Ну, меня просто забанили, я с аккаунта сестры играю. Ладно, так, кто у нас дальше, а? Ох ты, а что вы не говорили, что у вас в сборной по воздержанию еще девчушечка есть? А ну-ка, девчушечка, давай-ка, покажись. Шаг вперед, быстрее, быстрее, очки сними. Ну-ка. Ага, волосы, распусти-ка волосы. Ну-ка, распускаются? Так, а ну-ка, крутанись-ка. Ладно, все понятно, ни о чем, короче. Что ни о чем? Ну, беспонтовая ты, че? Да не, нормально, с пивом пойдет. Олег, ты зачем так поступаешь с людьми, а? Так нельзя делать. Что? Это ты сейчас выпивший, поэтому тебе нравится. На самом деле она беспонтовая, понимаешь? Потом ты когда протрезвеешь, она красивой не будет. А как была беспонтовой, так и останется, понимаешь ты? Некрасивый человек, зачем ты его так обнадеживаешь? Нельзя так с людьми по-свински поступать. Садись, не слушай его. Ладно, ребята, в общем, все, мы с вами поговорили, подружились, сблизились. Теперь давайте, как я вам и говорил, пошли отсюда. Вообще-то это наше здание, мы никуда не пойдем. Ты послушай, ты что такой душный, а? Ты что, не понимаешь, что я тебе говорю? А? Ты понял, что я с тобой сделаю? Ты, я тебя вывезу в лес, понял? Я тебе засуну дуло в жопу. Будешь на автомате вместо глушителя, понял ты меня или нет, а? Ты будешь так долго себе яму копать, пока не сдохнешь от старости, понял ты, нет? Если честно, я сильно испугался. Вот это вот, можно было это нам не рассказывать, правильно? У нас у всех есть нос. Хорош бухать, Олег, ну прекращай уже, в конце концов. Все, ребята, давайте, подождите, но это все не бесплатно. Лично от меня я вам дарю скидочные карты в наш стриптизник. Приходи, не обижайся, приходи. Смотри, тебе тоже. Ты тоже приходи, мало ли что у тебя на уме там. А для тебя, Анатолий Поликарпович, специальный подарок. Это, знаешь, эта карточка волшебная очень. Можешь теперь в супермаркете покупать капусту не по 46 рублей, а по 44,50. Анатолий Поликарпович, ну? Ты слышишь меня вообще? Вы на улицу его выводите иногда, а то он так у вас здесь крякнет в конце концов, старичок-то ваш. Знаете что? Никуда мы отсюда не уйдем. Так, все, надоели уже. А ну, Олег, ты что творишь? Это тебе что, 90-е, что ли? Успокойся. Это не 90-е. И не 2010-е, правильно? И не 2015-й декабрь. Или когда я там последний раз шмалял в людей? Позавчера. Ну это же... Сегодня это же не позавчера, правильно? Сегодня уже сегодня. Так что давайте, ребята, мирным путем. Вот ты конкретно. Вот ты, вот ты, вот ты. Вот ты, вот вы, ребята, все, все, все тихо, мирно встали и пошли отсюда. Да, все, давай. Все, уходим, уходим, давай, все. Все. Пацаны, пошли, пошли отсюда, все. Уходим. Все, давай. А то ишь, ко мне, какие. У меня будем тренироваться. Выиграем чемпионат и сами себе здание купим, понятно? Какое ты себе здание купишь? Пустую коробку из-под пиццы ты себе купишь. За 2 миллиона долларов что-нибудь себе и купим. Какие нахрен 2 миллиона? Вот своего деда лечить вам надо, ребята. Скиньтесь лучше вот ему на этот. Вот, приглашение на чемпионат, понятно? Мы уже в финале. И мы по-любому 500 тысяч долларов получим. А если выиграем, то 2 миллиона долларов. Да. А мы выиграем. А мы лидеры, понятно? Мы японцев сделали. Я вам знаете, что скажу, ребята, а? Куда вы пошли все? Ну вот куда вы все пошли, а? Сядьте, пожалуйста, за свои места. Ну, давай, давай. Сколько раз вам говорить? Садитесь. Для вас. Для кого я это все сделал? Ваши отцы пальца пальцы не ударили, чтобы это здание было. Я для вас стараюсь, ну... Играйте, пожалуйста! Все, поехали отсюда. Проследи, чтобы сюда вообще ни души больше не заходило, понятно? Понятно. Подождите, а мы же уже за стриптиз-клуб деньги взяли, а? Другие здания есть у нас. Пенсионный фонд, например. Вот туда сейчас поедем с тобой.
Встать. Ведите подсудимую. Да я тебя засажу, я тебе выбью 2 пожизненных, ты поняла? Не, вы где находитесь? Перестаньте оскорблять, перестаньте оскорблять человека! Ты сядешь вместе с ней! Да где воспитывались, молодой человек? Спокойно, спокойно, все, спокойно, давайте. Простите, господин судья, просто ненавижу таких, как она. Ну, все. Господин судья, я вообще не понимаю, что происходит, почему я здесь нахожусь, на каком основании меня задержали? Ой, не понимаю, это она не понимака. Молодой человек, давайте по делу будем разговаривать. Я по делу буду давайте с тобой разговаривать. По мы делу, с тобой будем разговаривать, там поговорим. Так, тихо, все. Давайте начнем. Слушается дело Раздегаевой Анастасии Павловны о нарушении авторских прав и незаконном скачивании мультфильма «Медвежонок и мед». Нас за это вообще судят? Вот, к сожалению, судят. А надо бы на месте пристреливать, как собак. Надо пристреливать вот такие вот статьи. Пристрелить сразу, надо было на тебя, когда ты документы нес на юридический это поступать. У вас образование, тебе я смотрю, на входе туда. Это уже не такие рамки. Тихо! Ваша честь. Тихо, все, ладно. Так, слово предоставляется стороне обвинения. Ну что, дрянь, начнем? Значит так, 27 марта 2016 года госпожой Растегаевой Анастасией Павловной группе лиц дошкольного возраста был продемонстрирован незаконно скачанный мультфильм «Медвежонок и мед». Ну что, сладенько было? А? А? Ваша честь, я протестую. На мою клиентку оказывается давление. Я просто не знаю, я еще суть дела не вник. Давай пока протест отложим, давайте по-братски. Ну. Да, продолжайте. Хорошо, давайте по делу. Настенька, ну что, может быть, покажем уважаемому суду фрагмент из того самого незаконно скачанного мультфильма? Итак, «Медвежонок и мед». Внимание. И это, по-твоему, стоило твоей свободы? Тебе грозит от 3 лет до пожизненного. Готов желудок к баланде. Это меня Бог наказал за то, что я 2 таксистам на Uber ставила. Ой, как же тебя не жалко вообще. Ваша честь! Я протестую! На каком основании? Да. Он просто издевается! Это нам. Я буду на вы тобой! Вы просто издеваетесь, понимаете или нет? Тихо, тихо, подойдите сюда! Это вообще законно вот сейчас, что вы делали вот это? Если это незаконно, прекратите, не делайте так больше! Послушайте, да в чем вы меня обвиняете? Я никогда в глаза не видела этот компьютер, я даже никогда не сидела за ним! Это ты в тюрьме пока не сидела! За компьютером ты никогда не сидела, а страничка из социальной сети говорит об обратном. Внимание! Ой, а кто это? Кто это у нас такой на фотографии? Кто, господин судья? То есть, кто? Это ж подсудимая, вот она сидит. Точно, точно. А кто тогда у нас получается сейчас лживая свинота? Нет же, конечно, нет. Да это она, и ты сгниешь в тюрьме, ты поняла? Ваша честь! Виновна! Ваша честь, я протестую! Он просто показал фотографию. Фотография просто ничего фотография, не доказывает. Да. Ну тогда невиновна. Большое спасибо. Давайте слово предоставим защите. Так, слово предоставляется адвокату, прошу. Наконец-то. Итак, ваша честь. Да, действительно, моя клиентка... Я протестую, ваша честь! Почему слово предоставлялось адвокату, а говорить начал какой-то сладенький петушок? Ну да, какая-то неоднозначная ситуация. Ваша честь, я протестую! Я адвокат! Обиделся. У меня есть свидетель. Давайте допросим сначала его, и только потом будем принимать решение. Ну, свидетель. Давайте свидетеля. Прошу позвать в зал заседания свидетеля Сосина Максима Викторовича. 7 лет. Воспитанник старшей группы детского сада. Привет, Максим. Здравствуйте. Можно я схожу пописить? Сейчас, вон тот
дядя дело проиграет и сходишь на него. Итак, ты узнаешь вон ту тетеньку? Да, это воровка мультиков. Да, она нам показывала незаконно скачанный мультик. Ну, это-то мы знаем. А может быть, есть факты, которых мы еще не знаем? Еще она мне показывала выжившего до премьеры. И омерзительную восьмерку. И экранку Дэдпула. Экранку Дэдпула? Да. А что тебе больше всего понравилось в Дэдпуле? Когда ему жопу прострелили. Спасибо, Анастасия Павловна, за наше счастливое детство. Ты маленькая гнида. Это она вон той маленькой гниде. Все, не переживай. Иди, беги. Угу. Ваша честь, я протестую. Почему стороне защиты? Это еще не все. Допросить свидетеля. Ваша честь. Это еще не все. Дело в том, что в ходе обыска в квартире подсудимой был найден айфон с взломанной прошивкой. Так называемый jailbreak. С помощью которого она могла устанавливать любые платные приложения абсолютно бесплатно. Ну что скажете на это, Настенька? Я просто Android ненавижу. А ее слишком закрытая система. Я не только скачиваю. У меня собственная программа Torrent Tracker, слышали? А сервера знаете где? В Канаде. А у них законодательство совсем другое. Попробуйте с ними повоевать. Вот вам, капец, понятно? Ой-ой-ой, а кто это во всем признался и сгниет в тюрьме? Да нет. Она. Да, это она, и именно она сядет в тюрьму на очень долгий срок. Все, виновна. Это вымышленная история, основанная на реальных желаниях. История о том, как одна девушка очень сильно хотела похудеть. За окошком сонный понедельник, в предрассветный кутался туман. Полчаса тебя пытал будильник, ты решила бегать по утрам. Как бы организм твой не старался, ты в прихожей выбилась из сил. Но твой зад никак не помещался внутрь зеленых беговых лосин. И вот бежит по россыпи окурков, встречным людям открывая рот. На бегу оттягивая куртку, под прогрессив хаус бегемот. Давай! Раз уж решила, раз! Беги, гребаный дирижабль! Вместо еды, ай, раз! Осторожно, торговый центр не задень! Тебя не поднимет кран! Черное море — это твоя тень! Run! Крым присоединили из-за тебя! Раз уж решила, run! К тебе подгоняют трап! Канистрами пей, ай, run! Однажды в цирке ты сильно отвлекла слона! С утра бегай с база, run! С тобой любой эскалатор всегда едет только вниз! Бежала и растения вяли, птицы прекращали щебетать. Лужи пред тобою высыхали, лишь бы твой забег не отражать. Ты бежишь, а у людей сетчатка трескается, как рояльный лак. И прямо целлофановой перчаткой крестятся любители собак. Прибежала ты домой галопом, отдышалась, 3 часа прошло. В дверь звонок, а это твоя жопа добралась до дома только что. Давай. Из-за тебя появляются геи. Раз уж решила, раз. Ты никогда не ездила в лифте. Цистернами пей, ай, раз. Не стреляйте, это живая женщина. Куба весит килограмм. Тебя видно с планеты, которую не видно с нашей планеты. Раз. На тебе может развернуться у вас патриот. Раз уж решила, раз. Запрещают ходить по мостам. Просто ныряй, байрам. В твоем кубке может жить лиса. С утра и по вечерам. Я просто очень люблю тебя и очень сильно переживаю за тебя. Давай соберись уже в конце концов.